есть ряд тем, которые можно было бы обозначить, и спрогнозировав ситуацию в экономике, в дальнейшем поддержать вопросы, связанные с модернизацией городского общественного транспорта. У нас в регионах, реципиентах города самостоятельно не могут решить эту проблему. Трамвай уже стоит 60 миллионов, троллейбус свыше 20 миллионов, да и автобусы дорогие, поэтому бюджеты дотационные не решат эту проблему самостоятельно. В этой связи предлагаем в случае, если у нас будут расти доходы, запланировать решение этого вопроса и также сформировать программу поддержки модернизации городского транспорта. Такой же подход был бы правильно избрать в отношении вопроса, связанного с сельской ипотекой. Мы видим, насколько эффективным было решение о снижении процентной ставки по ипотеке в городах. И действительно, это показало уже вот в первом приближении положительный результат. Мы считаем, что правильно было бы поддержать и сельскую ипотеку, тем более она составляет 3% в сравнении с городской. Это серьезный шаг по снижению процентной ставки.